красивая стена. Что мы приехали в центр Плова в Самарканде. Сейчас пойдем пообедаем, поедем дальше. Вот такие улочки, такие аллеи, такой вид. Мы в центре Плова. С Пловом мы не справились, порции огромные. Все сидят добренькие. И я тоже, в том числе. Такие орнаменты. Там VIP-зал, да, у них получается? Там. Да. Есть еще вот такой тапчан. Стол тапчан. Мы приехали к какой-то спальнице. К растущему гробу какому-то. Вот такие тут красоты. Все цветет, все прекрасно. И горы, вот такие горы. Ладно, я тоже на рынок. Вот такие беседки тут стоят. Какой-то родник, надо умыться, попить, чтобы набраться сил. Лена, что ты стоишь? Мы идем наверх, умылись в роднике, пивную воду. Такие красоты. Съемка фильма. Это какой-то растущий гроб. Да. Святые мощи из года в год увеличиваются. А другая легенда. Вот это Регистан какой-то. Не поняла. Регистан, да, Оля? Çekin fotoğrafı değil. Sen de ya. Alacağız hocam. Çekmiş. Kendini çeker. Geldim. Bu arada. Ради 3 рублей. Ой. Смотрите. Наших девочек фотошоп. Мама был. Какие огромные шишки на дереве. О, сколько много их. Птички поют какие-то. Вот это вид сзади. Такие аллейки. Мы решили обойти и посмотреть. Вот так, все красиво. Такие тут красоты. Не знаю. Здесь продают вот такие огромные кукурузные палочки. Всякие.
Вот такая галерея картин. Музей картин. Как тут прохладно, да, девочки? Mm-hmm. Вот такой падающий кувшин. И такая красота, такая красивая клумба. Люси. Ну, привет всем. Ой, я говорю, пришли в какое-то место. Такие купола тут. Ну, наверное, вот так красиво. А? А там нет. Вот такие красоты тут. Там он. Что, Саша, все уже, да? Страшная красота. Страшная сила. Все реставрируется. А? Мы зашли в сувенирную лавку. Так, тут все прикольно. А? Сумки, тюбетейки, панамки. Ой, панамочки какие-нибудь домой работать. Да же, Ленка? Такие тапочки я хотела купить себе домой. Тетечка хочет себе такие тапочки. Национальные халатики. Жилетка для национальных. У кого? Ну, я не знаю, посмотри, возьми. Спроси. Ну, это декоративный. На верблюдике. Очки. Саня тут тебе пригодят. Идем, идем. Вот такая красота. Ну иди, заходи, я сейчас зайду. Ну вот, наша экскурсия и заканчивается. Вот эта баня, архитектурный памятник 15 века. Вот как она выглядит.
затопилась она, наверное, вот тут. Я так полагаю. Что, Оля? Вот такие узкие улочки здесь. Старый город, ну что. Вот мы приехали в Биби Ханум какой-то. Это храм был построен для любимой жены. И когда Тамерлан завоевал Самарканд, он разрушил все, кроме этого здания. Не знаю, говорят так. Дырку заделали. Да, огромное здание. Огроменное просто. Размеры впечатляют, девоньки. Базар местный. Еще какая-то церквушка здесь. Вот такой вход. Огроменный просто. Ну вот и название этого чуда. Ну просто огромен. Люди по сравнению с ним как мошечки. Мошечки.